моя игра. Помни то, что было, цени то, что есть. Баста здесь. 3-1-3. А йоу, она мне принадлежит, и таким же, как я. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит, и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила. Сеня, по поводу Карлоса, что скажешь? Карлос крутой чувак. С ним весело и не страшно. Нужен он в этом месте? Мне кажется, что да, потому что очень много возникает ситуаций, где очень сложно объяснить человеку, что тебе нужно. И такие люди, как он, вот как раз-таки помогают в такой ситуации. Это очень важно. Особенно, когда ты не знаешь языка, ни испанского, ни английского. Здесь английский тоже не все понимают, поэтому как бы возникают проблемы и трудности с какими-то действиями определенными. Понятно. Осталось чуть-чуть. Моя игра, здесь правила одни и цель одна. Моя игра, моя игра, она мне принадлежит, ты таким же, как и я. Моя игра, здесь правила одни и цель одна. Со мной все нормально, ну и что, что кровь из носа? Со мной все нормально, просто я стал очень взрослым. Со мной все хорошо, просто я забыл, как дышать. Я начал игру, но забыл, как играть. Ксения зашла? Все, она внутри, мы стоим ее здесь, страховочно ждем где-то 30 минут, и дальше уже возвращаемся обратно в Тихуану. Там у нас семья из Бишкека, скорее всего, пойдут либо завтра, либо послезавтра. Вот так. Очередь, провели мы в этой очереди с Ксенией около часа, полтора часа, сзади меня граница. Так, все нормально.